началось где-то с 2 часов ночи. Все это началось. Ну, взрывы какие-то были, наверное, хлопка, наверное, 3, может, было, или что-то такое. Ну, и как бы потом все утихло. Мы как раз на 15 этаже, вот прям, у нас одно окно сюда идет. И где-то часа в 4.20, я уже не помню, или в 5.20, моя по лестнице уже спускался. Только это запомнил. Как помню, взрыв был. Я встал, понял, что что-то горит, посмотрел на нижние этажи, видел, пожар горит. Как быстрее-быстрее какие-то вещи собрали и быстрее спустились. Машина у нас там еще внизу стоит, пострадала, он прям сит. Сейчас ни, как бы, ни вещи забрать, ничего пока неизвестно.